Доброе время на суток, ребята. Значит, Тарон уже сказал, да, вам, что мы выбрали Ford Focus 2012 года. Вот сегодня оформляли его наконец-то. Вчера был праздник, послевчера мы ездили в МРЭ оформить. Оказывается, мы в салоне купли-продаж сделали, они подпись не поставили. То есть продавец не поставил подпись, покупатель поставил подпись Тарон, машина на него оформлена. И мы уехали оттуда, едем, поехали в МРЭО. А МРЭО говорит, что вот у вас на купле-продаже нет подписи. И они не указывали их ни ИНН, то есть реквизит. Поэтому, ребята, когда покупаете машину, там надо, да, лучше 20 минут больше оставаться там и проверить все данные. Потому что нам из-за этого потеряли 2 дня и еще и столько. Деньги ехали туда, потом от Выборга поехали в город, от города приехали в Выборг. Ну, в общем, главное, что получилось. Оформляли, все хорошо, счастливо. Поздравляю. Номера выпали не так хорошие, но пойдет. 370, хороший номер. 370, да. Запомнить легко. Едем домой. Да, сейчас двигаемся, ребята, уже на Скандинавию. Вот. Сейчас... Едем домой, посмотрим, надо на МАЗе поставить эти телескопы три, чтобы белить стрелу 20 метров, 22 надо. Ну, вообще заказывали 20 метровые стрела, как бы надо дом собирать. Вот. Как раз и съездим, посмотрим, как там поставили, не поставили. Так что следите. Всем хорошего дня. Да. Вот, ребята, вот. Телескоп поставить. Опять я? Çizaldı ya. Hadi 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 teleskop nere? Ребята, сейчас достанем эти телескопы у нас на сарае. Да, вот сюда. Сюда.
Сейчас помедим, ребят, сколько тут у нас. Ребята, один не подошел, вот он. По толщине то же самое. А. Сокович. Чет бы дика. Назад надо подвинуть. Оп! Айса. Это себе лучше мало. До конца закроется и откроется. Жалко, вот этот не подошел. Халамят. It's kind of heavy car. It's like a chopper, isn't it? What is that?
еще один палец надо бы поставить. Искать чимат, не хана всякий случай срамить. Если мы ценник срамить. Хоскузова дненг. Мы ценник срамить. Ребята, первый палец поставили. Сейчас еще один вот здесь. Вот этот не подошел, но на всякий случай, если что, будем его сюда поставить. Ну там надо будет по одному груз поднять. Ты к чё лагал? Essa beira. Короче, там шайбе нужен. Сейчас. Так, шайби, шайби, шайби. Метр лава, даже мигатель энергии этого солнца. Да, по сейчас посмотрим, сколько метров получается. Да, сами гонишь, по-моему. Двадцать метров получилось, ребят. Bakane selba kiç kiç testem yanda kare meli. Bani mikşmadı kiç tez ver şunu kare.
Короче, у нас вот дом как раз в середине заканчивается. Я не знаю, камера прям передает этот или нет. 20 метров. Вот здесь заканчивается уже вот. Да, 20 метров получилось. Сейчас крючок сделаем. Надо пластину поставить. Если уже масса их. А? Фарари кохкин плюс-минус она карат, бьет кнопка. Ребята, вот сделали крючок сейчас. Грузха сейчас будем пробовать цеплять.
Вот сейчас будем вот, видите, болтается. Будем устранить. Что, завтра выезжаем, скорее всего, на завтра. Будем там 2 часа надо будет поработать. Будем собирать. Снимем, покажем. Самый большой в этот столб деревянный будет. Где-то 500 килограммов. Как раз вместе посмотрим. Так что подписываемся. Ребята, все, вот телескоп уже внутри стоял. Завтра нам на работу, как бы, но его надо, надо бы с ним заниматься. Как потом уже. Все, до встречи, подписывайтесь, смотрите. Удачи вам.